Друзья, всем огромнейший привет! Вы на канале Делай Сам, и с вами снова Алексей. Сегодня будем делать очередную самоделку, опять же, из напильника, всеми полюбившегося, и мне в том числе. Что получится, давайте посмотрим видео. Все нетерпеливо можете посмотреть с самого конца, там будет весь результат. Кому интересно, как я это буду делать, давайте посмотрим от начала до конца. Кто не подписался, подписывайтесь обязательно, дальше будет только интереснее. Ну а я буду показывать, как я все это делал. Поехали! Напильнички я немножечко отжег, ослабил металл. Сейчас проверим где-нибудь с краю здесь. Ну да, все видно. Металл можно обрабатывать. Просто так легче будет его обработать. А, вся длина мне не нужна, я сейчас часть отрежу. Потому что здесь, во-первых, заужено, а здесь на расширение. Где-то вот, наверное, вот посюда я сейчас отрежу. В общем, вывел я вот таким вот образом. То есть видно, да, остроту навел, немножко блеска. А, ну теперь что, сейчас надо будет металл закалить и уже будем доводить дальше. Так, напильничек я закалил, немножечко в духовке его опустил на 200 градусов. Не показываю, потому что жена меня убьет, если узнает, что это делаю. Вот, сейчас будем все это шлифовать. Друзья, получилось, в общем, вот такой вот пока на данный момент, не знаю, на чем показать, но довольно-таки острое. А сейчас пойду изготавливать ручку. Изготавливать будем мы, как всегда, из дуба. Вот у меня еще кусок остался. Thank you.
просверлил отверстие на 5 миллиметров, потому что концевик у нас 6,5, там почти 7. Отрезал вот такой вот кругляшок, трубу 20 миллиметров внутренний диаметр. Сейчас мы засадим сюда. Задницу всегда я не отрезаю, не отрезаю специально до самого последнего, чтобы можно было сам напильник забить в ручку. А потом уже можно будет обрезать. Я уже залил туда клеем. И будем забивать сейчас наш напильник. Наш будущий резец. Сейчас нагрею феном, чтобы воск получше впитался. По итогу получается вот такая вот красотища. Пойдемте пробовать и испробовать. Вот так вот получается, все работает. Вот рабочий получился резец. Я даже думаю, что быстрее в разы я бы прошел, чем я прошел бы покупным. Так что вот так вот, друзья. Кому понравился данный ролик, данное изготовление, поставьте, пожалуйста, по лайку, прокомментируйте данное видео, что вы думаете об этом. У меня, конечно, есть заводской вот такой, но я замучился его отточить. Здесь металл такой настолько слабый. Один раз дуб проточишь, сразу надо каждые 10 минут, наверное, надо идти вести. Здесь, как видим, заточку держит и будет, я думаю, держать в разы лучше. Вот такая вот красота получилась. Всем, кто досмотрел ролик до конца, всем огромнейшее спасибо. Всех вас обнял. До новых встреч. Пока-пока.